Мы абрамцевцы. Выставка с таким названием открылась в музейно-выставочном центре Серпухова. 6 талантливых художников, окончивших училище в разные годы, представили на ней свои работы в различных жанрах, стилях и направлениях. Искусством наслаждалась и наша съемочная группа. Резьба по дереву и деревянная скульптура, батик и горячая эмаль, живопись, графика и иконопись. Работы разные, заслуживающие внимания искушенного зрителя. Художники живут и работают в Калуге, Обнинске и Тарусе. Евгений Столяров изготавливает скульптуры животных из дерева. Получилось так, что мы все закончили Абрамцевское художественно-промышленное училище в разные годы. Лично я занимаюсь анималистикой уже в течение 20 лет. Это животные, мои любимые, это кошачьи, потому что они имеют грациозную пластику, они очень интересны. Когда работаешь над любым животным, ты стараешься войти в его шкуру, так сказать, а разговариваешь во время работы. Свою «Альма-Матер» 50 лет спустя выпускники Абрамцевского художественно-промышленного училища имени Васнецова вспоминают с любовью и благодарностью. Хочу сказать одно, что Абрамцевское училище – это очень хорошая школа. В то время, когда мы поступали, значит, педагоги были все из Строгановского училища, прикладники, хорошие специалисты. И просто нам повезло, что мы учились в то время. Вообще, Ходьково, Абрамцево – великолепные места. Они такие намоленные, насиженные художником. Художниками, и мы постоянно в Абрамцево ходили, там пленерили понемножку. На выставке также представлены работы Сергея, Виктории, Михаила и Антонины Пилипенко. Все художники являются участниками городских, областных, зональных и всероссийских выставок. Их работы находятся в музеях и частных коллекциях как в России, так и за рубежом. Я всех авторов знаю лично и с ними давно знаком, и по пленэрам, по выставкам. Прекрасная выставка. Хорошо, что в Серпухове организовалась выставка калужских художников, тарусских, обнинских. Очень приятно видеть. Выставка «Мы абрамцевцы» продлится в музейно-выставочном центре до конца августа.